Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. Да вообще любой человек, который смотрит данное видео, привет тебе. Ну что ж, как вы помните, в прошлой миссии мы закончили на том, что нас, скажем так, оставили на этой планете чуть ли не гнить, потому что ничего кроме своих войск и своей собственной добычи мы не получим от правительства, скажем так, и никакой помощи нам не будет, поэтому будем воевать своими силами. Ну ладно, давайте делать нормально, мне страшно. Ладно. Неожиданное появление эльдаров является для меня неразрешимой загадкой. В прошлом мы много раз встречались с этими вероломными чужаками на поле битвы, и я никогда не мог понять ни их мотивов, ни их поступков. Это меня нервирует. Насколько проще иметь в качестве врага орков? При всей их жестокости они не лишены некоторых понятий о чести. Они всегда встречают врага лицом к лицу на поле боя. Эльдары же всех презирают. Сражаться с ними все равно, что стрелять в призраков. Изидор провел несколько часов, изучая руны хаоса на маяке, извлеченном силами хаоса, и выяснил, что искали еретики. Он говорит о неком ключе. Но вот для чего он, остается загадкой. Но это не имеет значения. Достаточно того, что ключ необходим легионам хаоса. Он находится среди развалин города Святого Лувра Марра. Вот как-то вот так вот все это происходит. Ладно, поехали далее. Миссия жертвы. Время раздумий прошло. У нас остался единственный выход. Ты понимаешь, о чем я хочу тебя попросить? Вам нет нужды просить о том, что я сам вручаю оракул. Моя жизнь принадлежит вам. Теперь она принадлежит всем эльдарам, храбрый воин. Ты станешь олицетворением боевой мощи эльдаров. Наши силы собраны в кулак, и мы вручаем тебя грядущей битве без остатка. Ты лучший из нас. Удачи тебе! Пусть Каэла Меншетхейн сочтет тебя достойным своего воплощения. И тогда люди наконец-то найдут смерть, которую ищут. Это задержка. Она стоила нам ключа, Синдри. Прихвостни лже императора, и эльдары начнут сражаться за город, и... Они не более чем несчастные глупцы перед лицом вашей силы, лорд Бал. Немного терпения сейчас будет очень кстати. Имеет значение только продвижение к вашему триумфу и мои приготовления. Поверьте мне, разве до сих пор я вел вас неверным путем? Нет, но если ты не оправдаешь доверия... Да-да, я знаю. Мои страдания будут бесконечны. Просто приготовьтесь выступить по моему сигналу. Еще немного, и ключ будет моим. Вы приближаетесь к цели. Братья, будьте внимательны. Ключ заточен в этом монументе, который сейчас контролируют эльдары. Засада! Подлые ксеносы! Мы должны пересечь город и отбить монумент у подлых чужих. Но вы уже поняли, что ничего легко в этот раз не будет, правильно? Поэтому я вынужден сказать вам, что я проиграл. Задача получена. Ну ладно. Не знаю, на самом деле, проиграю я или выиграю. Что вообще будет в ближайшее время. Мы знаем в вашем распоряжении. Полностью без понятия, друзья мои. Но я надеюсь, что я все-таки смогу победить. Смогу что-то противопоставить. Вот на всякий случай поставлю пушку. Также произведу раба, чтобы строить его в два раза быстрее. Для того, чтобы служить. И
построю еще два даже ваше желание отряда. Да, о великолепный. Как можно быстрее. Задание выполнено. Да, лорд. Ты же, друг мой, после этого поставишь вот. Процесс строительства выполнен. Начат. Здесь кое-что. Все, денег у нас, по сути, почти не осталось. Да, лорд. Да, лорд. Вот прибыл в ваше расположение. А ты подстроишь вот здесь. Схема строительства 721 запущена. Сегодня враг так. Познает смысл слова страх. Давайте. Сегодня враг что? Познает смысл слова страх. Наших юнитов. Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Почему он не присоединился врага, к отряду? Он близко. Я жду вашего приказа. В вашем распоряжении. Так, хотя стоп. Если надежды я... Надежды первый шаг ваше на пути к разочарованию. Я идиотка. Я служу к вашим услугам. Я поставил здесь турели и пошел в ту сторону, что мог просто зачищать. Надо чувствую было в эту сторону. Врага. Он близко. Дисциплина ведет так, к победе. Давайте вот так вот сделаем, то чтобы сразу автоатака шла, если вдруг там на кого-то напорятся. Страх повергает веру. А по прошлой части прохождения мы помним. Вот прибыл как я вовремя. Будьте бдительны. Да, мой командир. Вот это вот чуть-чуть назад. Вперед, славе. Мы чуть-чуть готовы к заданиям. Подождем. Ой-ой-ой, мы смотрите, как больно рвут прям на части. Безделье плодит девять. Знание есть сила, умение его скрыть. Ох, ребята, почувствуйте чую, это будет силу тяжело. Моего гнева. Потому что они наши отряды просто смяли. Они их уничтожили. Да, как можно быстрее. Блин. Не, я, конечно, разум. Отбился. Это крепость с открытыми вратами. С честью и храбростью. Я уже чую, что это фейл. Открытый разум. Так, это сначала добиваем вот этого вратами. Аспида. Я служу. В атаку. В атаку. Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Не суть, собственно, в том, стоять мне в ней. Надо было оставить отряд с героем. Храбростью, потому что они сначала начинают героя стрелять. Ладно. Я жду вашего приказа. Попробуем еще раз выжить. Так, нам нужен монастырь, для этого нужно 250 очков. Я жду вашего приказа. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. Она уже сбежала сделано. Отсюда я довольно страшное не количество людей. Взвод прибыл в ваше расположение. Лишь уничтожение наших врагов даст нам не спасение. Не бойтесь, Сайкера. Я служу. Разум первичен. Приказ понят. Надежда — первый шаг на пути к разочарованию. Уже сделано. Дисциплина так. Ведет к победе. Безделье плодит ересь. Давайте мы все-таки. Подождем! Надежды первый шаг на пути. Будем, наверное, потихоньку захватывать. Я смотрю, там в у них атаку. Мины. Смотрите, видите как. Знание есть сила. Умею его скрыть. Я никогда не подведу. Никто не может противостоять мне. Тут, как говорится, хорошо, что я пехотой пошел. Славьте вечного императора. Доходился здесь. Так. На троечку, как и в прошлый раз. Захват удался. Уже сделано. Я служу. Отличненько. Чувствую врага. Он близко. Я так. Никогда не подведу. Надо вашим как-то... услугам. Дисциплина ведет к победе. Почувствуйте силу моего гнева. Почувствуйте силу моего гнева. В атаку. Так, уже на данный момент делать на урон
но я думаю, мы усиление... в вашем распоряжении. Разум первичен. Что это за тварь? Нечестивые эльдары призвали демона. Нотки они называют его аватаром. Нельзя, чтобы это порождение зла попирало земли императора. Уничтожьте его. Но будьте осторожны, братья. Этот враг очень его скрыть. Да, он действительно очень силен, ребят, и что-то с начинаем тактическое отступление. Сделать довольно сложно. Ну, сами видите, то есть, ну, героя прям имеет в съедобном меню. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Прям даже постараюсь сейчас спасти своего героя. Поистину! Еще один прекрасный день в истории империи. Космодесант, вперед! Мутант, еретик, берегись! Вот, но отряды он уничтожает еще быстрее. Герои хотя бы могут противостоять как-то ему еще. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. А там какому-то другому отряду остается. С открытыми вратами. Аватар отступает. Ха-ха-ха, лошара. Хвала императору. А в лошар принял отступает. Командование на себя. Надежда первый шаг на пути к разочарованию. Блин, ну вы видели, да? То есть он вообще неубиваемый просто. Он очень, очень жесткий. Да, лорд. Да, повелитель. Так, давай ты мне наблюдательный пост должен построить. Ой, это будет сложно. Это будет сложно, ребята. Здесь, чувствую, будет 3 серии. Как скажете. Во имя императора! Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Мои знания в вашем распоряжении. Тонкий намек, что это будет серия длиться 1.5 часа. Ха-ха-ха-ха. Хотя я не знаю на самом деле. Я не пробовал. Так. Я готов. Я припоминаю эту миссию, на самом деле. Я помню то, что она довольно жесткая. Кстати, вот, если помните, рядом с одним из еретиков, да, лорд, который наподобие библиария или библиотекаря, по-моему, библиарий. А вот, в общем, открытый разум. Суть в том, то, что там с ним рядом стояли такие розовые собачки. Так они еще жестче, чем Ильдары и чем вот этот вот... юнит, если их не убить, потому я что готов. Они наносят огромнейший урон. Знание и есть на... сила. Ну, умею то есть его скрыть. Вдаль стреляются. Дисциплина ведет. Давайте попробуем все-таки. Лишь уничтожение наших врагов императора спасения. Уже пройти сделано. Вперед. Никто не может противостоять мне. И ждем, пока у нас накопится. В атаку. Если, может, у нас получится его убить я вообще. Я служу к вашим услугам. Я никогда не забуду. В атаку. Потише, чувачок. Ну блин, он их прямо стреляет вообще. Славьте вечного императора. В атаку. Я вот не помню, они могут его перерождать или нет. Вот этого я, к сожалению, не припоминаю. Но, кстати, сделан довольно красиво так. А вот. Он заглючил, мне повезло. Такое иногда бывает. И сейчас он умрет. Навряд ли успеет даже двинуться перед смертью. Давайте на это посмотрим. Аватар уничтожен. Видя, что их дух войны побежден, эльдары станут сражаться не так отчаянно. Прекрасная работа, братья. А вот, второго аватара не будет. Да, лорд. Если вспоминать фильм «Аватар», то можно провести аналогию, что типа у них денег на второго нет. Да, потому что они там очень дорогие, типа, и так далее. Можно типа такого сказать нечто.
Так, ну нас здесь никто не атакует, это как-то странно, но правда я чую, что сейчас вот про это сказал, и у меня сейчас такое повалится, что... Надежда — первый шаг на пути к разочарованию. Мне будет больно. Почувствуйте силу моего гнева. В атаку! Мы попали под плотный огонь противника! Я сожгу его тело. Хотя, конечно, не хочу, чтобы меня убили, но тут уже как получится. С честью и храбростью. Вот прибыл в ваше расположение. С честью и храбростью. Я разрушу надежды первый шаг в его тело. С честью и храбростью. Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Ну, я готов. В целом, все идет более-менее нормально. В целом. Атакуем. Да, несем потери. Вот, я вот про примерно вот это и говорил. Изделие плодит ересь. Приказ понят, правые избраны императором. Мера на щит. Перегруппировали избраны императором. Вот разбит. Вот, но пока они атакуют базу, я могу их атаковать без какой-то вашем распоряжении. Проблем. Мы попали под плотный огонь противника. Смотри, что базу они будут выносить долго, поэтому мне, в принципе, на нее пофиг. Мы избраны императором. Стоп, а куда это они? А, они, видимо, на защиту своих юнитов. Я готов. Ага. Он оно в чем дело. Вон оно в чем нет дело. Невиновных. Есть точнее, даже сказать, скорее всего. Защиту своего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приказ понят, брат. Выдвигаемся. Бойтесь нашего гнева. Вперед к славе. Очистить. Изгнать. Уничтожить. Приготовиться к атаке. Очистить. Изгнать. Бегать от них, поджигать их. Приготовиться к атаке. Эля, хопа. В вашем распоряжении. Контроль такой, контроль. Тут тоже есть оружие микроконтроль. Оружие к бою готово. Что вот можно вперед увидеть, то что эльдары довольно медленные. Будьте бдительны, братья. Здесь я тоже такой. Атаку. Микро. Вперед к славе. Оружие к бою готово. Контроль называется. Ладно, давайте просто. Приказ понят, брат. Повеселим. Выдвигаемся. Понравится. Будьте бдительны, братья. Атмосфера какая-то фигня происходит. Понятно. Кстати, у них отряд там тоже. В атаку! Что угодно! Добавляется. В атаку! Очистить! Надо изгнать! Все-таки тоже уничтожить! Есть! В атаку! Враги империи будут уничтожены! Направьте нас на врага! Атакуем противника! Вера наш щит! Вот, я надеюсь, что все-таки, ну, наши войска победят, их все-таки больше. И... Хвала императору! И на этом будет отлично все заканчиваться, но... Мы попали под плотный огонь противника! Ладно. Оружие к бою готово! Что они там нашли? О, эльдаров. Объявляем атаку! Офигенно. Ненавижу эльдаров, особенно вот этих рейнджеров, они очень-очень... В принципе, проблематичные юниты. Я готов. Разум первичен. Дисциплина ведет к победе. Да, мой командир. Ожидаю приказаний. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. К вашим услугам. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. Боевой клуб. Давайте, добейте этих идиотов. Славьте вечного императора. Тоже он непонятно куда побежали. Чувствую врага, он близко. Нет невиновных, есть лишь разные степени. Так, что у нас дальше есть? Здесь мы победили, улучшаем. Здесь ничего. Здесь вот так вот, я думаю, пока что. И потом бионик второго уровня. Да, не бойтесь, Сайкера. Ладно, там... Я служу. А уже сделано. Все равно становится. Разум первичен. Так, мы можем вот здесь, по-моему, подняться, да. Чувствую врага. Он близко. Разум первичен. Но эльдар для сделано. Нас не главная проблема. Уже сделано. Почувствуйте силу моего гнева. Если вы будете вспоминать часть сюжета, да, которая была только что. Победит.
то вы вспомните, что основная проблема для нас является сумма врага и сожгу его тело. Не Ильдары, а еретики. Мне его скрыть. В атаку к вашим услугам. Никто не может противостоять мне. Разум — это крепость с открытыми вратами. Я, конечно, ребят, не знаю, как вам, но мне каждый раз, когда он говорит вот эту вот фразу «в атаку», слышится как это... Это японская кавайщина. «В атаку». Не бойтесь, царь. Это что-то знакомое. Что-то мне не победить. Лишь уничтожение наших врагов даст нам изменение вашего движения. Так. А здесь нам базу тем временем снесли. Безделье плодит ересь. Нас не остановить. Да что, босс. Посмотри, что творят. В вашем распоряжении. В атаку. Так, ну здесь меня снесут однозначно, я сюда даже не успею добежать. Мои знания в вашем распоряжении. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение. Но я благодарен им, что они вышли на тропу. Будьте бдительны! Так, мне надо починить. Что вам угодно? Давайте-ка, стройте-ка. Не-н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 е-
атаку. В атаку. Я никогда не подведу. Так, а стоп, зачем мне сюда? Врага. Он близко. Направьте нас на врага. Оружие к бою готово. Будьте бдительны, братья. Я жду вашего приказа. Ты чини раз. Вот прибыл ваш распорядок. Приготовиться к атаке. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. Ваше желание. Выдвигаемся. Приказ принят. Будьте бдительны, братья. Вперед к славе. Ужас. Очистить, изгнать, уничтожить. Зачистить, изгнать, уничтожить. Бойтесь нашего гнева. Приказ принят. Будьте бдительны, так, братья. Что у нас здесь? Нам нужно еще вообще в идеале вот сюда бы сходить. Вперед, посмотреть. Обезопасить, так сказать, себя. Увеличить производство. Как генераторов, так и... Нас расстреливают! Упс. Не бойтесь, царкеров. Враги империи будут уничтожены. На-ка, закуси-ка. Страх повергает веру. Нет невиновных. На-ка, ну-ка. Лишь разные степени вины. Объявляю. На-ка, ну-ка, закуси-ка. В атаку! Блин, что-то страх довольно сильный, я вам скажу. Меня нервирует. Взвод темных жнецов. Вот они как-то очень больно бьются. Вперед к славе! Прошу меня, думаю, что здесь еще что-нибудь такого типа есть. Очистить! Изгнать! Так, защищаем. Мои знания в вашем распоряжении. Я догадываюсь, что это опять все долго. Оружие к бою готово! Вы, скорее всего, уже полчаса материтесь. Будьте бдительны, братья! Приказ понят. Так. Надежды — первый шаг на пути к разочарованию. Вот видите, какие тут глубокие мысли. Мои знания в вашем распоряжении. Надежды — первый шаг к разочарованию. Я готов. И он готов. Надежды — первый шаг на пути к разочарованию. Так, следующее улучшение будет после храмины, которую я не знаю, где построить. Мы готовы, кстати, к испытаниям. Да, о, великолепный. Вот. Кстати, ребят, кто знает, где и как построить храмину, из чего? Вот я лично просто... забыл, видимо. А вот. Поэтому просьба все-таки... Задание выполнено. Как-то сказать, если кто знает, вот, я буду вам очень благодарен. Пишите, пожалуйста, в комментариях. А, ну и кстати, если вы заметили, еще в прошлой серии вышла новая от меня такая заставочка. Делаю не я, делаю ее... Дисциплина ведет к победе. Один хороший человек. Чувствую врага. Сайта, для которого, собственно, я делаю видео. В атаку. А вот. Сайт с друзьями сделали. С честью и храбростью. Вроде мне как неплохо все идет пока. Я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. В общем, тоже отпишитесь, услугам. Как вам заставка. Вот, мне нравится, что это сделал. Я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Вот.
Ну, надеюсь, что нравится. Разум первичен. Дисциплина ведет к победе. Пока, пока, разум пока проходим. Вперед, вперед. Я служу. Бежим. Я никогда не подведу. Я служу. Здесь вот есть такая вот очень реликтовая точка. Она очень важная. Да, и, кстати, удержание... Реликтовая точка. Мы не можем допустить, чтобы эти драгоценные реликтовые точки попали в руки врага. По слухам, в данном районе находятся 3 реликтовые точки. Захватите их любой ценой. С этим вполне может справиться пехота, как и при захвате стратегических позиций. Для того, чтобы достичь монумента, необходимо найти способ переправиться через реку. Судя по всему, эльдары уничтожили почти все мосты. Но хотя бы один они должны были оставить неповрежденным. Мы должны найти его. Надежды первый вот. Шаг на пути. Мы уже видим то, что отсюда к нам эльдары, в принципе, по идее, добраться не могут по причине того, что вроде как здесь ничего нет. А также здесь есть захваченная реликтовая точка. И, насколько я помню, здесь можно устанавливать, по-моему, наблюдательные пункты. А может и нет. Вот этого я не помню. Ну и ладно. Что угодно. Страх повергает веру. Так, все стоящие отряды я могу... Моя вера защитит вперед. Меня. Они бесполезны при захвате точки. Воистину, можно... еще один прекрасный день в истории империи. Захват удался. Подступаться вот сюда. Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Заодно сейчас проверим, можно ли да, создать здесь... Да, можно. Можно создать, это отлично. Это очень хорошо. Так, у нас накопилось немножко денег, и мы можем наконец-то уже поставить храм бога машин. С помощью Коева мы можем делать очень большие хорошие вещи. Помимо храма бога машин, нам нужно еще кое-что. Я здесь для того, чтобы служить. А именно, где она? Священные вот эти вот. Как скажете. Покои. Заодно. Расстреливаю! Что-то дорого. Нет, 125. Нормально, не дорого. Сегодня враг познает смысл слова страх. Открытый разум — это крепость с открытыми вратами. Так, крепость с открытыми вратами. А ну-ка, давай-ка, мы у тебя улучшим все это дело. Я не знаю, я обычно вот примерно такими видами орудия снабжаю, да, то есть тяжелые болтеры плюс ракетные установки. Это довольно... неплохо работает. Я не знаю, может плазма как бы и лучше для кого-то, но я привык уже вот так вот. Приказ принят. Очистить, изгнать, уничтожить. Вперед, опять же, напишите в комментариях, если вы считаете, что очистить, что-то лучше, я впоследствии изгнать, буду изменять это. Вперед, слабее. Другие типы оружия. К бою готово. Приготовиться к атаке. Так, по центру здесь не пройти. Единственный путь, вперед, видимо, вот здесь. Значит, мы сюда и пойдем. Значит, мы туда и пойдем. В общем, они сами себе, как вы видели, заблокировали какой-либо путь. Мы готовы к испытаниям. К наступлению на меня. Для меня это большой плюс. Так, я думаю, здесь сделать тоже. Мы избраны императором. А давайте две плазмы сделаем. Вот просто ради интереса. Посмотрим, как отряд будет страх работать. Страх повергает веру. Так, тем временем. Я здесь для того, чтобы служить. Так, увеличит максимальное здоровье и скорость восстановления командора-хранителя. Да, это обязательно. Подождем! Так, что там? Славьте вечного императора. Что там такого страшное было? Что вы там испугались, ребята? Так, ладно. Пока все это дело проходит, нам нужно... Мои знания в вашем распоряжении. Нужно усовершенствовать будет сейчас. Выдвигаемся! Атакуем согласно приказу! Так. Сейчас мы это дело... Все. Теперь я могу спокойно пройти дальше. Атак! Драча! Также дополнительно вызываем страх вот эти два отряда сюда. Атакуем противника. И дополнительно к ним, наверное,
Я даже не знаю. Я здесь для того, чтобы служить. Мне нужен хищник, чтобы его построить. Мне нужно проапгрейдить храм. Хотя нет, стоп. Наша вера. А, ну все правильно, все. Не-не-не, все, я вспомнил, что такое храмина. Я лоханулся. Сегодня враг познает смысл слова страх. Я вспомнил, что такое храмина, это второй грейд на... Вера защитит меня. Это второй грейд на базу. Вера защитит меня. Тетя Вера тебя защитит. Это хорошо. Кто такая, непонятно, но она его прикроет. Во славу империи группироваться. Есть! Выдвигаемся! Космодесант. Кровавые вороны. Не будет мира, до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Опять же говорю, то есть наступление идет вполне отлично. Я доволен. Приказ принят. Бойтесь императору. Перегруппироваться. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Кстати, по идее, где-то... Где-то вот здесь вот, наверное, стояли... Будьте бдительны, братья. Еретики. Нас не остановить. Давайте, минусуйте это. Пушечку, она нам очень мешает. Используем 23-е построение. Черт, у нас убили командора. Командира. Боевой взвода восстановлен. Будьте бдительны, братья. Говорит, взвода восстановлен. Вера, защитите. Боевой взвода восстановлен. Оружие к бою готово. Атакуем согласно приказу. Кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Так, осколочные гранаты, ну, в принципе, можно, но... Мне это не так интересно. И два танка, даже три танка. Потому что я сейчас увеличиваю отряды. Еще могу себе это дело позволить. Правильно? Правильно. Так, а здесь нужно накопить 100 и 350. 350 у меня есть, 100 у меня тоже есть. А, отличненько. Сейчас быстренько накопим и... Включим улучшение. Далее, давайте. Моя вера защитит меня. Будьте бдительны, братья. Продвигаем. Бойтесь нашего гнева. Приказ принят. Очистить, изгнать, уничтожить. Приготовиться к атаке. Всегда просылаю свои войска через атаку. Объявляем атаку. Имеется в виду. Автоатака при движении. Ну, то есть то же самое, что в Старкрафте. Оружие к бою готово. То есть такая же система атаки идет. Вот, я, кстати, вот здесь вот точку забыл захватить. Реликтовую. Сейчас у меня появится танк. Я его улучшу. Создам, наверное, еще один отряд. И пошлю уже в ту сторону. Хищник встал в строй! Хищник ждет приказа! Вот, двух, конечно, маловато. Да, но... В целом, я думаю, сойдет. Второй танк появится, и сможем... Вот туда прибыл в ваше расположение. Так, нас никто не атакует, что-то как-то... Странно. Вот, в общем, вот эти захваченные реликтовые точки. То есть у нас сейчас будет их 2 из 3. Это круто. Слышите такое потрескивание, да? Это меч главнокомандующего. По идее. Такой меч-пила. Я не знаю, где он вообще здесь. Чуть ни одного его не вижу. А, вот он. Вот, меч-пила. Я его обожаю. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение.